Я не могу сказать о том, что основная масса школьников и детей вообще имеют какие-то отклонения в психической сфере. Просто ювенальный период, период детский, период, может быть, инфантильный, он просто пролонгирован по времени. Современным детям нужно узнать больше, чем детям, которые жили в прошлом и позапрошлом веке. Они раньше взрослели. Я бы не просто увеличивал количество часов, проведенных в школе, я бы более позже начал образовательный процесс. Я сместил бы его не с 7 лет, как мы привыкли, а с 8, и не лишал бы детей детства.